Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Вопрос шестой спрашивает меня Андрей Макаров. Какие упражнения нужно выполнять на выносливость и взрыв, чтобы эффективно подготовиться за 2 недели до турнира? На самом деле 2 недели это срок маленький, хотя если это промежуточный турнир, то, наверное, если вы об этом говорите, конечно, то, наверное, достаточно будет. Ну, в первую очередь, вы должны понять, какой у вас пульс, как работает ваше сердце. Я думаю, это я рассказывать не буду, потому что любой спортсмен, все уважающий, должен знать. Это первое, что вы должны сделать. Второе, нужно понять предварительную вашу подготовку. Какая она была? Либо вы работали с утяжелениями, либо вы работали с партнером, либо вы работали с мешками. То есть момент тоже очень важный. Без этого нельзя сказать, какие именно вам нужны упражнения. Ну и третье, пожалуй, самое важное, это прием, то есть защита. Можно прекрасно владеть ударной техникой, можно делать нокаутирующий удар, но если вы не умеете принимать на себя какую-то часть ударной техники соперника и контратаковать, то бессмысленность всей подготовки очевидна. Поэтому основные упражнения, которые я могу вам посоветовать, это упражнения с медицинболом. Их существует 5 видов, и упражнения с гантелями. Вот, допустим, не знаю, какой у вас уровень, потому что мне сложно говорить, вы не назвали ничего, кроме своей фамилии. Если вы хотите, чтобы я что-то рассказал более детально, вам просто нужно указать свои антропометрии, во-первых, и, соответственно, уровень мастерства. Если я сейчас дал вам упражнение для мастеров, то вы себя загубите. Поэтому просто на будущее более грамотно задавайте вопросы. А так я думаю, что на ваш вопрос я ответил. И есть еще один момент. К сожалению, молодые люди часто смотрят интернет, передачи, где опытные бойцы показывают как бы часть своих тренировок. Поймите, что это просто бизнес. Это люди показывают себя, привлекая к себе внимание. А тренировки, которые реально работают, они скрыты от всех. И это должен делать профессионал. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.